Какая ты мультяшка по знаку зодиака? Астрологи нередко сравнивают знаки зодиака то с бытовой техникой, то с литературными персонажами, то с героями фильмов. Характер каждого знака зодиака индивидуален, так же, как и черты личности сопоставляемых героев. И эта аналогия в шуточном контексте выглядит очень забавно. Но не забывайте, что в каждой шутке есть доля правды. На этот раз в нашем шуточном гороскопе астрологи провели аналогию между знаками зодиака и героями мультфильмов. Каждое созвездие сравнили с похожим на него по характеру мультяшному персонажу. Быть может, герой мультфильма, с которым вас поставили в этом гороскопе, является вашим любимым персонажем, и это сравнение ударит точно в цель. Узнайте свой прототип из мультиков. Овен. Овен – это неугомонная Машенька из популярного мультика «Маша и Медведь». Характер у нее точно как у Овна, такая же непоседливая, упрямая и чуть вредная. Благодаря своему веселому нраву и упорству она добивается всего. И если она что-то захочет, ее уже не остановить. Телец. Телец – это Шрек. Как и этот всеми любимый герой мультика, он любит свой дом, комфорт, уют и привычный образ жизни. Его не так-то просто выманить из его дома. Несмотря на кажущуюся грубость, телец, как и этот персонаж, в глубине души очень добрый и отзывчивый. Близнецы. Близнецы – это мышонок Джерри из мультика «Том и Джерри». Это неугомонный, любознательный, активный и позитивный персонаж, как никто другой, раскрывает характер представителей этого знака зодиака. Рак. Рак – это домовенок Кузя. Он такой же хозяйственный, добродушный, верный и эмоциональный. Также любит свой дом, домашние дела и своих близких. Он сделает все, чтобы защитить благополучие своей семьи. Лев. Лев – это Нюша из мультика «Смешарики». Она такая же очаровательная, независимая и позитивная. Благодаря своему умению манипулировать, она способна вынести выгоду из любого дела и подчинить себе других. Несмотря на это, рядом с ней всегда чувствуется праздник. Дева. Дева – это кролик из мультфильма «Винни-Пух». У этого персонажа, согласно шуточному гороскопу, как и у представителей данного созвездия, все распланировано на годы вперед. Он всегда обо всем знает и любит дать совет другому. А в ведении хозяйства ему нет равных. Весы. Весы – это прекрасная Белоснежка. Она, как и этот знак зодиака, всегда окружена верными друзьями. Она готова прийти на помощь в ущерб своим интересам. Искренняя, добрая и открытая, как и весы. Скорпион. Скорпион – это Скрудж Макдак. В мультфильме «Утиные истории» этот персонаж деловой, удачливый, расчетливый и практичный. Такое ощущение, что он знает все, что будет. Благодаря своему чутью и деловому подходу ко всему, этот герой всегда держится на плаву. Стрелец. Стрелец в шуточном гороскопе – это шарик из Простоквашино. Он такой же верный, надежный, простой, открытый и позитивный, как и представитель этого знака зодиака. Что бы ни происходило в жизни, стрелец, как и шарик, всегда старается все решить мирным путем и никогда не обижается. Козерог. Козерог – это капитан Врунгель. Как и этот мультяшный персонаж, Козерог в любых сложных ситуациях проявляет выдержку и силу духа. Это сильный, выносливый и практичный человек, способный выйти сухим из воды даже из самой безвыходной ситуации. Водолей. Водолей – это крокодил Гена. Он такой же открытый и добрый. Водолей, как и Гена, не представляет свою жизнь без друзей. Ради них он готов на поступки и подвиги. А благодаря своему оптимизму он идет вперед, несмотря ни на что. Но порой он пребывает в иллюзиях и ждет волшебника в голубом вертолете с бесплатным эскимо. Рыбы. Рыбы – это ослик Иа из Винни-Пуха. Меланхоличный, мечтательный и немного рассеянный.
В гости ходить не любит, его излюбленное место – это озеро, где он может поразмышлять о жизни и пофилософствовать. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.